Для Дениса Желудковича военные сборы проходят впервые. На несколько недель он сменил профессию строителя на военного. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость Беларуси. Выглаженная форма, начищенная до блеска обувь и автомат. Построение и важный момент. Торжественное принесение присяги на верность стране и народу. Долг Родине отдавать обязательно. И да, действительно, это важно. Эмоции самые положительные. Я считаю, что правильно. Некое волнение все равно было. Все-таки это перед строем и ответственно это мероприятие. Сам ритуал военной присяги, он очень важен. Почему? Потому что это мобилизует личный состав прежде всего. И люди понимают, что с принятием военной присяги на них возлагается определенная ответственность перед народом и государством. Сбор военнообязанных проходит в соответствии с ранее утвержденным планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск. Военнообязанные своевременно прибыли на пункты предварительного сбора военнообязанных по персональным повесткам. Ни одного прецедента об уклонении от прохождения военных сборов не выявлено. В дальнейшем батальон приступит к слаживанию и выполнению учебно-боевых задач. Для военнослужащих созданы все условия для прохождения сборов. Трехразовое питание, телевизор и спортивная площадка. Только режим армейский. Подъем в 6 утра, завтрак, а дальше занятия. Среди дисциплин – огневая, тактика специальная и военно-медицинская подготовка. Питание нравится, поэтому голодать не приходится. В меню супы, каши, блюда из мяса, птицы и рыбы. Как и на срочной службе, за порядком на территории и в корпусах военнослужащие следят сами. Учебные сборы продлятся до 26 сентября. После военнослужащие отправятся домой, где их ждут родные и близкие, и вернутся к своей привычной жизни. Виолетта Гук, Василий Мальцев, Новости Гродно+.